Привет, большая страна! Добро пожаловать на Мелбет Первую Лигу. Мы с вами перемещаемся в Жигулевск на стадион «Кристалл». Это тур номер 13. Акрон дома принимает Кубань. Возможно, не самое принципиальное противостояние вообще в нынешнем ростере. Гераев на острие атаки, у него номер 7. Первая атака Акрона. Давайте смотреть. Удар здесь, и, кстати, это опасно. Мяч рядом со штангой проходит. Иван Чудин аккуратно так прибежал сюда. Неплохо прицелился, хороший первый такой проверочный, что называется, момент, да. И были очень неплохо там играли. Удар еще один неплохой, Нестеренко справляется, пусть и не самым уверенным образом, но нормально все здесь. Кубань пытается на чужой половине поля организовать отбор, и получается это сделать. Это, кстати, может быть очень опасно. Чуканов отчаяться нужно на удары. Чуканов, это очень здорово, это очень хорошо. И здесь лишь штанга. Вот снова Кубань на чужой половине поля мяч забирает. И можно здесь забивать было. Убойнейший момент. И только поворотом оставалось попадать здесь. Мосичук головой. Чуканов. Архипов. Обратите внимание, скидка. И Волков. Вот это сейв. Вот это спасение от Волкова. Шикарно разыгранная атака. На несколько шагов назад. В итоге подача. И здесь как-то забыли все про Сасина. Просто потеряли Дмитрия Сасина сейчас. Махатадзе. Нужна подача. Вот она, пожалуйста. Или это даже удары. Волков снимает здесь мяч. Буквально с девятки его вытаскивает. Вот сейчас момент решающий. Цалагов. И не дотягивается Махатадзе до мяча. Убойнейший момент. Убойнейший момент для краснодарской команды. 0-0, друзья. Ну что сказать, ну что сказать. Да нечего сказать.